Привет, друзья! С вами Дмитрий Кузнецов, компания Алям. В этом ролике я вам хочу продемонстрировать очередную пугалку для людей, которые не сведущие в ситуации. Это действительно эффективная пугалочка. Я сам специально спровоцировал звонилку на такие действия, ну, ответив за человека, да, что я типа того платить не хочу и собираюсь поехать за границу. Ну давайте послушаем, как она попыталась брякнуть в надежде на то, что человек сразу сходу испугается, а у нее просто-напросто попросили развить тему. Вот, и давайте, собственно, мы вместе с вами посмеемся, как она эту тему развивала, в кавычках. Поехали. Алло. Я вас слушаю, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Острикова Любовь Михайловна, все наши разговоры с вами записываются. Валерий Анатольевич, это вы? Совершенно верно, слушаю вас. А вы кто? Еще раз представьтесь. Я компания «Эверест», инспектор Острикова Любовь Михайловна. Очень приятно, Любовь Михайловна. Валерий Анатольевич. Дата вашего рождения, говоря, правильно? Да, точно, у вас информация имеется. Да. Звоним вам по поводу вашей просроченной задолженности перед микрофинансовой организацией «Микредит». Помните о такой? Ой, их у меня море, может быть, и есть. Что, простите? У меня много микрофинансовых организаций, может быть, и такая есть. Ну так вот, о «Микредите» не забыли? Ну, я же говорю, что, ну, если вы утверждаете, что есть, значит, есть. На сегодняшний день сумма к полному погашению составляет 35 927 рублей 10 копеек. Компания-кредитора требует произвести оплату до конца рабочей недели по 30 июня включительно. Валерий Анатольевич, какой из дней сегодня либо завтра поступает от вас полная либо частичная оплата? А как лучше, полную или частичную? Ну, естественно, лучше полную, Валерий Анатольевич. Полную не получится. Так, частичная оплата от вас поступает? А сколько надо внести? Не менее 5000 рублей, Валерий Анатольевич. Не получится. Так, а какую сумму вы будете вносить? Не знаю, мы тут собираемся с семьей выехать в Таиланд. Ну, приедем, посмотрю. А как же вас с большим количеством задолженности выпустят в Таиланд? А кто может запретить? Ну, очень интересно, запретить? Какую информацию мы на сегодняшний день фиксируем, передаем вашему кредитору, Валерию Анатольевичу. Хорошо, это ваше дело, передавайте. Вопрос мне интересен, вот вы сейчас брякнули, а что там может произойти? Объясните, пожалуйста, что-то может, я не учел этот момент. Могут за границу вас не выпустить, Валерий Анатольевич. А кто может не выпустить? Ну как? Ну кто? Ну вы сказали с таким уверенным тоном, я так понимаю, вы разбираетесь в сути происходящего. Ну, прокомментируйте, я может, а то я сейчас билеты сдам. Билеты приобрели, да, а задолженность почему не оплатили? Ну потому что билеты приобрел, у меня свои, у меня есть приоритеты, я вот отдыхаю, отпуск. Очень интересно. Не-не-не, развивайте мысль. Ну вы развиваете мысль, кто меня не выпустит. Я вам фиксирую, Валерий, сказали, уклонение от оплаты. Ну, информация в записи разговора будет передана вашему кредитору. Ну а дальше что? Про заграницу. Я же вам сказал, я приеду, посмотрю, вернусь, сколько там денег в Таиланде. А, ну оплачиваете, ждем от вас звонка с подтверждением оплаты. А рассказать можете поподробнее, что вы там сказали? На экране мобильного. Или у вас вылетела из рта просто какая-то информация, которую на вы сами ответите? На границе вам объяснят. Всего доброго, до свидания. Кто объяснит, господи? Друзья, давайте я вам объясню для тех, собственно говоря, кто в ситуации не ориентируется, кто юридически в этом вопросе некомпетентен. И ничего, кстати говоря, в этом страшного нет. Всегда нужно следовать, жить по девизу, кто на что учился, тот туда и пригодился. Так вот, ограничить право передвижения гражданина, в том числе пересечения границы, может только судебный пристав на основании решения суда. Если такого решения нет, то никто никаким образом человека не может ограничить. Более того, по словам тех же судебных приставов, эта ситуация, эта санкция, вот, ограничение выезда за границу носит чаще розыскной характер, нежели санкционный, да, то есть наказание
наказанием это быть не может, а мотивация для оплаты долга тоже, скорее всего, это не может случиться, потому что приставу это лишняя работа. Ну и делается это, скорее всего, по ходатайству истца, что бывает не очень часто. Это раз. Ну и во-вторых, самое главное, должны не забывать, что эта мера применима только на 6 месяцев, потом она автоматически должна сниматься. Это раз, если, допустим, уже и ограничили. Во-вторых, есть куча вариантов исключить эту меру вообще из обихода судебного пристава. Ну, как самый распространенный, самый простой, это появиться у судебного пристава на приеме и поговорить с ним и решить, как вы будете погашать долг. Ну, в нашем случае наших клиентов, да, комфортный платеж всегда можно решить либо через ходатайство предоставление комфортной рассрочки, да, именно к судье, либо прям даже можно устно с приставом это обсудить, то есть выполнять решение суда, но в рассрочку. Очень много нюансов, моментов, но так или иначе, если касаемо именно ограничения выезда за границу, то вот такой прием, визит к приставу, появление, что вы никуда не теряетесь, вы готовы взаимодействовать с приставом, очень эффективен. Я никогда никому не рекомендовал вообще прятаться от представителей власти, всегда можно порешить эти вопросы. Да, есть приставы говнюки, но сейчас преобладают нормальные ребята, которые, в принципе, с удовольствием идут на диалог, потому что любой диалог с должником, в принципе, уменьшает рутинную работу для судебного пристава. Вот такие мои комментарии. Ну, а уж тем более, как это сказала курица, что как же вы поедете? Да очень просто. Если вы считаете меня должником, то вы должны закрепить свою уверенность решением суда. Должником человека признать может только суд, судья. Итак, это что касается вот этого ролика, да? На самом деле есть в описании, простите, у нас на канале целый плейлист с моими полноценными обращениями, с ответами на вопросы, и там целый ролик есть по поводу вот работы с судебными приставами, что можно сделать, какие приемы применимы. Посмотрите, и не только этот ролик, если хотите, а целый, говорю же, плейлист, там больше 20 обращений. Ссылочка на этот плейлист в правом верхнем углу сейчас и выходит. Посмотрите, вот она. Посмотрите заодно и познакомитесь со мной поближе. Ну а те, кто не хочет, не может, не имеет возможности самостоятельно всем этим заниматься, к вашим услугам специалисты компании «Алиам». Самое главное, что сейчас от вас требуется, прежде чем оставить заявку на обратный звонок наших специалистов, это посмотреть видео на нашем сайте. Обязательно на нашем сайте, ссылочка на который есть в описании этого любого другого ролика, выложено видео. Так вот, это видео рассказывает, как устроена работа кредитных юристов компании «Алиам», что мы для вас сделаем, каким результатом приведем, как мы добьемся того, что банку будет выгодно отказаться от претензий, как мы создадим эти условия. Пожалуйста, посмотрите, потом оставьте заявочку у нас в форме на сайте и ждите звонка наших специалистов. Звонить будут наши юристы с телефона, который на самом сайте указан в правом верхнем углу. И, естественно, забейте эти цифры к себе в номер, в записную книжку, и ждите звоночка, не пропустите. В рабочее время по московскому часовому поясу наши специалисты созвонятся с вами и ответят на все вопросы. Но обязательно, обязательно, еще раз повторю, видео на сайте посмотрите. Вот для вашего удобства еще раз выходит кликабельная подсказочка в правом верхнем углу видеотрансляции на наш сайт, пожалуйста, вот она. Ну, а тем, кто уже давно на нашем сайте, конечно же, на нашем канале, простите, ставьте лайк, пишите комментарии. А те, кто еще этого не сделал, подписывайтесь на наш канал, группа ВКонтакте, ссылка на нее есть в описании ролика, вступайте, там все наши ролики дублируются, а еще много чего интересного есть в группе ВКонтакте. Ну, а с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания «Алиам». Всего вам хорошего, друзья. До свидания.